Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья. И снова ко мне на обзор попал новый телефончик. То есть очередной телефончик Nokia. На этот раз уже N96. И сейчас мы посмотрим, что у нас там по комплектации. Так, вот такая вот коробочка синенькая, тут вставочка. Здесь у нас сервисная карточка. Так, из комплекта у нас здесь зарядка тоненькая. Вот, потом наушники с гарнитурой обычные. USB кабель, мануал и сам телефончик. Отложим это в сторонку и посмотрим на телефон. Что же у нас тут с аппаратиком? Вот такой вот у нас N96. Выглядит очень даже хорошо, все в пленочках. Так, тут кнопок пленки нету. Здесь пленочка на клавише центральной, на экране пленка, сзади пленка. Вот такой вот у нас по бокам выглядит. Это у нас динамик. USB кабель. Разъем для зарядки. Микрофон. Это для ремешка. А здесь у нас microSD вставляется. Здесь у нас блокировка. Так. Тут у нас 3,5-мм этот разъем мини-джек, кнопка включения. Так, и снова динамик. Тут два динамика. А это у нас качелька громкости. Так, да, этот телефончик, конечно, стоил ничего себе. 500 баксов он стоил. Да, ссылочка на него, кстати, будет в описании. Кому надо, переходите покупать. Так, посмотрим, что у нас там еще под корпусом. Так, как он тут открывается. Не помню уже, по-моему... Вот эту штучку надо тянуть. То ли вверх, то ли вниз. То ли куда. А как же тебя открывать, дорогой? Телефончик. Вот так вот. Открыли. Вот такая у нас батарейка стоит. Bell 5F. Тут, кстати, у нас сдвоенная вспышка. Объектив камеры. А камера у нас на сколько? Камера у нас на 5 мегапикселей. Вот такая у нас тут камера стоит, 5-мегапиксельная. Так, Carl Zeiss у нас типа оптика стоит, все дела. Так, так. Тезер, это что, апертура, по-моему, 2,8, да? 5,9, кажется, если не ошибаюсь. Сейчас заглянем под батареечку, что у нас там под батарейкой. Ну, как туго вытягивается. А с этой стороны, с этой или с той. Ой, довольно туго. Так, тут у нас закрыто, как всегда. Вот такие вот у нас внутренности, наклеечки Nokia, Made in Finland, все дела, May, все такое. Такой вот у нас аппаратик. А это чужая штучка, это что это такое? Это непонятно, это может под антенну что-то, не знаю. В общем, не важно. Так, закрываем обратно его. Сейчас включим и посмотрим, как он у нас работает. Так, надо закрыть крышечку. Вот так вот у нас защелкивается все. Все плотненько, ничего не люфтит. Все красиво. Так, так, так. Так, так, так. Все, сейчас включаем его и смотрим, что у нас там. Так, ну как быстро запустился. Так, а что это было? Подольше подержать, что ли? О, все, вот теперь точно включился. Был виброотклик. Вот такие у нас кнопочки тут блестящие. Так, как долго включается, однако. Ну еще это телефон, этому телефону в принципе простительно, хотя не знаю. Nokia E52 у меня был в предыдущем обзоре, то он включался, конечно, гораздо быстрее. Не знаю, может, просто тут система посложнее, все дела. Но такие вот делишки. Вообще прикольно выглядит так. Все у нас тут красиво, болтики там всякие. Так, окей, окей. Сейчас мы тут язык выставим. Так, это нам не надо ничего. Пишем, пишем. Так, где тут у нас настройки? Что он пишет? Zoom, fake, dash. Чего? На немецком языке, елки-палки. А что он? Не хочет. А, вот. Все.
Так. Выйдем отсюда. Это нам не сюда надо. Бэк. Так, заходим в настройки. Сейчас нам надо выставить русский язык. А то здесь немецкий стоит почему-то. Так, немецкий нам не нужен. Заходим в меню телефона. Так, это не сюда нам. Нам, наверное, сюда. Персонализация. Так, так, так. Так, так. Это, наверное, Ausein. Нет, это не то. Немецкий язык. Так, ага, вот он. Все. Русский язык поставим. Я-я, русский. Так, ага, все, сейчас перезагрузится и будет русский язык у нас уже. Все, вот такой вот у нас телефончик на немецком языке. Я-я, достичь фантастич. Так, давай, перезагружайся быстрее. Так, тут у нас еще имеется фронтальная камера. Датчиков, конечно же, никаких нету. Потому что в то время еще производители до датчиков не дошли. Вот здесь у нас разговорный динамик. Вот такой вот у нас телефончик. Так. Ну, прикольно, конечно, с двумя динамиками. Позиционируется как музыкальный. На N95 здесь, кстати, клавиши управления были, по-моему. Вот, для этого, для плеера. Здесь такого нету. Они решили уже избавиться от этого в этой версии аппарата. Так, вот у нас все включилось. И как всегда у нас здесь отдельная кнопочка под камеру. Сейчас мы протестим камеру. А ну-ка, запускайся. Так, ну, ага, медленно так работает. Может, еще не разогнался, не знаю. Сейчас мы что-нибудь сфотографируем. Так, ну-ка, фокусируйся. Фокус поймали. Вот такая вот у нас фоточка получилась. Ну, неплохая картинка. Очень даже ничего. Очень даже ничего. Не знаю, как на компьютере будет смотреться. Ну, думаю, на компьютере тоже не будет, будет неплохо смотреться, потому что в Nokia в старых версиях всегда были хорошие камеры. Даже 5-мегапиксельная. Не хуже стандартных мыльниц. Так, а что у нас такой экранчик темненький? Надо, наверное, подбавить немного яркости. Тут еще экран переворачивается. Прикольно. А назад переворачиваться? Так, вот он только раздуплился. Хорошо. Так, зайдем сейчас в яркость, посмотрим, что у нас там по яркости. Параметры. Так, телефон. Не то. Общие. Так, так, мой стиль. Дисплей. Так, громкость воспроизведения, чувствительность. Так, а где же? Так, не понял. Язык, сигналы. Дисплей. Заходим. А, вот яркость. Ну да, яркость у нас посередине стояла. О, вот это уже получше. Вот это уже получше. Уже яркость хорошая. Светит нормально. А то я смотрю, думаю, что-то оно какое-то темненькое. А сейчас, конечно, яркость получше стала. Хорошо. Вот такой вот у нас аппаратик. Так, как я уже говорил, ссылочка на него будет в описании. Переходите, кому надо, покупайте. Также можете пользоваться кэшбэком от AliExpress. Там у меня ссылочка, все будет в описании. Вот такой вот у нас телефончик пришел. Сейчас мы еще раз посмотрим по внешнему виду, поближе уже, чтобы вы видели качество тут все это самое, что все хорошо. Вот такая вот у нас клавиатурка здесь. Блестящая. Тут болтики у нас. Все красиво. Все замечательно. Вот разъемчик у нас. Такой вот. Вот такой вот у нас аппаратик. Все. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем спасибо за просмотр и пока. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.